70 лет Великой Победы отметит наша страна в следующем году. Советские люди заплатили за нее огромную цену. Война забрала десятки миллионов жизней, сломала людские судьбы. Те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, осталось сегодня очень мало. Наш долг – сохранить память о событиях тех лет и уважение к их участникам. В администрации районов и городов республики на учете в качестве нуждающихся в ремонте жилья стоят 282 ветерана Великой Отечественной войны. Специалистами составлены графики проведения капитального ремонта, благоустройства помещений. 3500 тружеников тыла получают региональную поддержку в виде ежемесячных денежных выплат – чуть более 1000 рублей. Остальные труженики получают выплаты по другим основаниям, в том числе за счет республиканского бюджета, как ветераны труда, реабилитированные лица. В республику из федерального бюджета за 2014 год поступило более 100 миллионов рублей. За счет этих средств 93 ветерана войны улучшили свои жилищные условия. Постоянно на 1 ноября 2014 года еще 277 ветеранов стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из них 128 ветеранов поставлены на учет нуждающихся в текущем году. При этом органами местного самоуправления работа по постановке ветеранов на учет в качестве нуждающихся в жилье продолжается. В 2014 году была проведена паспортизация воинских захоронений и братских могил, в которых похоронены около 800 защитников Отечества. 180 одиночных воинских захоронений на общественных кладбищах. 14 мемориальных объектов в республике нуждаются в реконструкции. По состоянию на 1 ноября 2014 года за счет средств Минобороны России военным комиссариатом Чувашской Республики возмещено расходов по погребению 273 защитникам Отечества на сумму 3 миллиона 676 тысяч рублей. Установлено 222 надгробных памятника на сумму 5 миллионов 641 тысячи рублей. На сегодняшний день сумма к возмещению расходов по захоронению всех категорий защитников Отечества составляет до 16 258 рублей. В Чебоксарах разрабатываются патриотические маршруты для детей по музеям города. Организована помощь ветеранам войны волонтерами. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.